Пневматический пистолет под калибр 4,5 мм X5 от фирмы Zigzaur. Пистолет поставляется в такой красивой подарочной коробке. В комплекте есть сам пистолет, магазин и инструкция. Затвор выполнен из алюминиевого сплава, рамка алюминиевый сплав, накладки на рукоятку выполнены из пластика. В нижней части рамки есть респланка для установки всяких дополнительных аксессуаров. Сюда можно поставить фонарик, ЛЦУ или даже целый тактический блок. Прицельные приспособления — это мушка с белой точкой, чтобы ее было хорошо видно, и целик. Целик, кстати, с возможностью регулировки по высоте. Органы управления — это спусковой крючок, курок, предохранитель и клавиша отмыкания магазина. Остальные органы управления выполняют чисто декоративную функцию. Этот пистолет работает от одного 12-граммового CO2 баллончика, который устанавливается в рукоятку. Для установки нажимаем на клавишу на тыльной части рукоятки и отодвигаем тыльник. Устанавливаем внутрь баллон и закрываем тыльный отсек. Во время закрытия происходит прокол баллона. У данной модели во время стрельбы затвор двигается и даже есть имитация отдачи. У этого пистолета ствол нарезной, поэтому для стрельбы необходимо использовать 4,5-миллиметровые стальные пули. Они заряжаются непосредственно в магазин. Для этого открываем тыльную часть магазина и устанавливаем пули в специальную ленту. Чтобы начать стрелять, необходимо установить CO2 баллон в пистолет, зарядить магазин пулями, примкнуть магазин, убедиться, что пистолет находится не на предохранителе, взвести затвор и можно начать стрелять. Данный пистолет предназначен в первую очередь для спортивной и развлекательной стрельбы по мишеням. И я крайне не рекомендую стрелять из него в людей, так как вы можете нанести травму. При этом для целей самообороны такой пистолет, разумеется, неэффективен.